Сернурский сырзавод известен далеко за пределами республики Мариэл. Магазины компании есть в Казани, Кирове, Москве, Нижнем Новгороде. Теперь и у жителей нашего города появилась возможность познакомиться с продукцией этого сырзавода. Все изделия изготовлены из натурального молока без добавления растительных белков и жиров. Сырье сначала проходит контроль в лаборатории при заводе, а после отправляется на производство. Наши технологии регулярно стажируются за рубежом. Мы сами изучаем рынок, смотрим, какие интересные рецепты можем предложить. И привозя в себе, в регион адаптируем, на местном сырье, да, потому что каждый сыр, сваренный в своем регионе, будет по-своему уникален. Компания производит все основные виды сыров, от молодых до выдержанных полутвердых и твердых, аналогов грана падана, пармиджана, реджана. Помимо сыров, в магазине представлен широкий ассортимент молочных продуктов. Несколько видов йогуртов, творог, кефир, сметана, сливочное масло из коровьего и козьего молока. Так как у нас собственное сырье, мы занимаемся еще и небольшой мясопереработкой, полуфабрикаты. Это купаты из баранины, из козлятины, замороженное мясо. Кондитерские изделия собственного производства на основе рикотты очень натуральные, полезные на самом деле. У них ниже калорийность, чем у классических тортов. Открытие сырной лавки вызвало большой интерес у сыровчан. Одним из первых с продукцией Сернурского сырзавода познакомился глава города Александр Тихонов. Мы очень, конечно, приветствуем. Продукция очень качественная. Может быть, немножко дороже, может быть, нет, по каким-то видам. Но, тем не менее, мы всех жителей нашего города приглашаем вот в этот магазин. Значит, для того, чтобы была возможность как-то еще и, значит, попробовать, оценить и питаться вот такой хорошей, качественной продукцией. В магазине периодически будут устраивать дегустации и мастер-классы. Сырная лавка находится на Садовой 66/3. Купить качественный натуральный продукт из республики Мариэл можно ежедневно с 9 до 20 часов.